Ирина Пузенко в доме по улице Владимирская, 34, живет всю жизнь. Девушку заботит судьба родного двора. С просьбой посодействовать в благоустройстве хоккейной коробки Ирина обратилась к главе города Елене Лапушкиной. У нас очень много детей, очень много разного возраста, от нуля и до подросткового, соответственно, возраста. Хотелось бы, конечно, чтобы оказали какое-то содействие, чтобы ее привести в порядок, потому что там еще очень много машин, как в любом дворе, в принципе. Мячи бывают, дети играют, вылетают, шайбы в машины тоже попадают, все это на капот, в лобовые стекла бывают. Кроме того, жители хотят благоустроить территорию для отдыха детей. Решение этой проблемы сразу нашли во время приема граждан. Оказалось, что двор уже вошел в программу формирования комфортной городской среды. И его преобразят в этом году. Здесь заменят асфальт, установят скамейки, ограждения и фонари. Нами предлагается проект, где предусмотрено зимой играют в хоккей, а летом стритбол, то есть мы делаем еще баскетбольное кольцо. И также на этой площадке возможно кататься на роликах и на велосипедах детям. С просьбой помочь в решении вопроса содержания и благоустройства двора обратилась к главе Лидия Сараева. Женщина старшая по дому 70 по улице Ярошевского. Управляющая компания, которая обслуживала дом, не выполняла свои обязанности. И теперь территория находится в плачевном состоянии. Наша придомовая территория находится в безобразном разрушенном состоянии. Вот, то есть у нас подъездные площадки все разбиты, тротуары превращены в стоянки для автомашин, газонное ограждение отсутствует. Елена Лапушкина пообещала приехать и лично осмотреть состояние двора, чтобы принять совместное с жителями решение. Давайте с чего-то начинать. Давайте начнем сейчас хотя бы. Поговорим территорию про парковочные карманы, где это можно сделать, как это можно сделать. И разделим зону ответственности, где управляющие компании, а где у нас район будет вам оказывать содействие. Еще один вопрос, с которым жители пришли на прием к главе – ликвидация незаконной торговли на улице Димитрова. Горожане жалуются на неблагоприятный вид территории. Продавцы, по словам жителей, не соблюдают санитарные нормы. Особенно нас беспокоит, дали разрешение торговать возле почты. Это что-то. У нас там пекарня, у нас там кулинария. Вот открывает она свой ларек. Здесь у нее минтай, здесь у нее печенье, мыши в рассыпную. И люди вот наблюдали такую ситуацию. Открывают ларек, достают, значит, вот эти ящики все, а там мыши. Урегулирование вопроса глава города взяла на личный контроль. Совместно с прокуратурой и полицией было принято решение ликвидировать все несанкционированные точки торговли. Мария Ильчан, Василий Колдашов, Константин Головин. События.